Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, ну что, будем получать 53 уровень. Опа, а я тебе говорил. Обсерватория и территория. Так, тут 30 очков доверий зарабатываем. Но это еще не все, у нас еще тут территория есть. И еще. О, расширились как неплохо. Так, за 200, подожди, а нам, по-моему, уже дали там расширение бесплатно, или мне показалось? Ладно, здесь заберем с тобой награду. Так, совершить сделку. Ну-ка, еду на монеты. 12 миллионов, у меня столько нет еды, мне наоборот еда нужна. Я не собираюсь как бы ей тут торговать. Где же еду-то взять? Вот, ну тут, ребят, три карточки на 66 тысяч. Еды это, конечно, не спасет положение дел моих, но сделаем тогда так. И тут мы обменяем, наверное... Давай посмотрим, что у нас там по заданиям. Давай вот эту вот обменяем на очки доверий. 52. Бог с ним, пускай будет. Так, сделку мы сделали. Использовать ускорение. Так, потратить еду, собрать 3 мода. Так, забежим сейчас сюда, посмотрим. Ну, Геликоприон не захотел-то прокачаться, да? Ладно, ничего страшного. А Аммонит? То же самое. То же самое, не хочет. Ну что ж, ничего не поделаешь. Так, а тут только лишь тираннозавр у нас выводится, и все. Ну что, давай смотреть, что у нас сегодня на событиях. Визит важной персоны, схватка редких, водная волна. Так, а на випке? Это ерунда, ребят. Вообще не интересует. Никто причем. Ладно. Начнем с наших событий. И будет, наверное, первым это водная волна. Ох, это же нужно будет победить 9 противников. Это будет тяжело. Так, Артакантуса возьмем. Возьмем Рамалиозавра и Плезиозавра. Поехали, будем пытаться как-то здесь победить. Ну что, этого сразу с одной плюшки Генерию вырубаем. Так, Гамфиозавр вышел. Ох ты, смотри, что делает. Две атаки прописал. Так, у нас идет следующий. Так, нам, значит, выгоднее взять Рамалиозавра, получается, да? Берем Рамалиозавра и бомбим. На тебе. Так, Мегалодоша, естественно, ничего сделать не сможет. Ну, он может атаковать, конечно, но ему нет смысла. А мы сейчас посмотрим, как у нас идут дела. Аммонит. Аммонит будет усиленную атаку нам бомбить, поэтому нам выгоднее взять Плезиозавра. Да, я возьму Плезиозавра. И, наверное, вот так. Ну и что ты будешь делать? Ничего. Раз, два, три. Проверим. Ты гляди, а? Да, это было неприятно. Раз, два, три. Раз, раз. Вот так сделаем. Готов. Так, ну что, Аммонит? У него 42 атаки по нам получается, да, всего лишь? Так, нам нужно взять... Нам нужно взять, кто будет
Ага. Блин, ну я его замучусь бомбить, этого аммонита. Придется тогда импровизировать, ребят. Вот так сделаем. Готов. Так. Прогнатодон выходит. 151 к атаке. Ты посмотри, а. Ты посмотри, что он тут вытворяет. Берем ромалиозавра. Так, он же, по-моему... Вот не помню, что он сделал. Сколько он потратил. И сколько он передал этому. Нисколечко, да? Раз, два, три. Раз, два. Проверим. Угу. Кто бы сомневался. Так, куда он там копит все это? Раз, два. Раз, два. Ну, давай. 4 сливает. 4 сливает, 2 у него остается, получается, да? Блин, неужели нам все придется слить? Ну, зато этот потом будет... Нет, так дело не пойдет. Раз, два, три, четыре. Вырубаем. Так, Киеваке. Так точно, именно она. Но у нее 67 к атаке, так что здесь мы выживем. Надо бомбить. Раз, два, три. Готово. Так, следующая Киевакия. Слушай, ну мы с ними справимся уже, с этими двумя. На изи. Раз, два. Раз, два, раз. Да ё-моё. Как же он пытается нас, а, вырубить. Все, да вырубался. И последний это стиксозавр. Все, мы здесь победили, он ничего нам не сделает. Надеюсь, он не взял себе 5 защиты. Нет, конечно. Ну что, первый поединок мы с тобой с горем пополам осилили. Давай двигаться тогда дальше. А что у нас там в награде вообще? Слушай, ну награды хорошие. Мне кажется, опять либо выпадет нам либо тираннозавр, либо ихтиостега, либо же скафагнат. Или унезавр. Нет, чтобы мне дали вот Диморфодона, например, или Зухамима. А лучше вот Терезинозавра, Микропозавра, Димитродона. Вот этих у меня нету. Ладно, погнали. Так, здесь я возьму следующий. Генодуса. Нет, Генодуса не будем брать. Или будем? Будем. Возьмем Генодуса. Возьмем Артакона и... Опять же, Плезиозавра. Можно было бы взять, конечно, другого, но там... Так, Бакулитушка у нас. Давай я вот так сделаю, наверное. Возьму бонус. Он не стал, да, ничего делать? Я понял. Так, а у нас следующий идет волна. Волна, волна, волна. Против волны у нас идет... Ну, значит, Генодусу правильно здесь так и надо быть. Вырубаем. По щелчку в 3.15. Так, а вот его 54, да, получается. Раз, два, раз. Проверим. Ну, жучара, а. Раз, два, три. Раз, два. Готов. Так, кранозавр вышел.
Неприятно, конечно. 6. Да, ребята, на волоске были. Раз, два, три. 4. Раз, два. Так, Киокия. Ничегошеньки не стал делать, да? Раз, два, раз, два. Даже не сомневался нисколечко в этом. Вот паразит, а. Смотри, что сделал. Раз, два, раз, два. Иди отсюда. Блин, взял мне, а. Динозавр завалил. О, сейчас еще и Артакону достанется. Чувствую я. Поехали, короче. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Угу. Вырубаем, отлично. Ну что ты будешь делать, парень? Так, и три у него еще осталось, да, получается? Раз, два, три. Защита. Да ё-моё, ну... И вы хотите сказать, что это не специально сделано? Конечно, специально, ребят. Раз, два, три. Защита. Стиксозавр появился. Тратит почти все, кроме... Одну он оставил, да, себе? На... Про запас. Раз, два, три. И бонус. Да чтоб тебе тут... Он все время хоть одну, но оставит, понимаешь? Раз, два. Раз, раз, два. Так, Декозавр. Блин, как же мне их перехитрить-то, а? Раз, два, три, четыре. Раз, два, проверим. Вырубаем, да? Отлично. Так, и Леплевродон. Но мне кажется, он здесь ничего не сделал, ребята. У него 66 к атаке, у нас 2 защиты. У него... Вот, все. Ему сейчас крышка будет. Валим. Так, ну что, второй поединок тоже с горем пополам прошли. Я тебе скажу, было напряжно, очень напряжно. Но это еще не конец. Еще впереди битва. Так, я, наверное, возьму обратно Артакона. Блин, Тилозавров взять придется, наверное, да? И Генодуса. Фух, поехали, надо быть аккуратным. Так, ну этого сразу с плюшки, второго тоже с плюшки, ребята, вынесем. Хорошо. Двоих сразу в минус выносим. Так, вот дальше будет немножко похуже. Так, а против Генодуса брать? Ну давай возьмем Генодуса. Возьмем Генодуса и... Вот так возьмем. Так, будет ли он атаковать? Не стал. Раз, два, три. Бонус. Окей. Так, Стиксозавр появился. Ну, ему, естественно, смысла нет, ребята, бомбить. Вот так вот. Будем пока набирать себе дополнительные очки действий. Так, 6.
Одно очко он себе ставил, да? На прозапасик, так скажем. Раз-два. Раз-два. Раз-два-три-четыре. Ну, естественно, в топку его. Плеозавр. Ничего не стал делать. Такс. Раз-два-три-четыре. Раз, два, три. Вот так вот попробуем. Окей. Так, элосмозавр опять появляется у нас. Ну и что ты сделаешь? Так, у него 6 было, да? 3 он себе оставил. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз. Угу, вырубаем. Так, Левродон появился. 3 потратил, да? Ну что, вырубаем тогда его. Раз, два, три, четыре. Раз, раз. Вот так вот сделаем. Так, он на Мегалодона, да, перекинул большинство? А нет, ничего не перекинул. Все нормально, ребят. Ну что, Мегалодона пора топить. Раз, два, три, четыре. Бонус. Так, стиксозавр. Все тратит, абсолютно, ребята, все тратит. Но генодус мой утонул. Мы делаем следующим образом. Раз, два, раз, два, раз. И остается Киви-Кея, который 10 уровня. 151 к атаке. Смотрим. Ну вот и все. Вот и доигрался Чиполлино на скрипочке. Душим. Великолепно. Ну что, мы прошли с вами это событие. Сейчас посмотрим, что нам выпадет из паков. Так, хавчик-хавчик. Птеранодон. Сколько? 1300 очков доверий. Нормально. Так, подожди, а что это? А, у нас же еще схватка. Ё-моё, я и забыл, друзья. Давайте посмотрим, кто у нас тут. Шунозавр, афиакодон и микропозавр. Это детский сад. Просто серьезно тебе говорю. Так, я возьму, наверное, здесь карнораптора. Против афиакодона я возьму ихтиостегу. А против микропозавра я возьму терапиагоптера. Поехали. Так, начнем сразу с атаки. Ну, естественно, будет меняться на микропозавра. 100% тебе говорю. Угу. А мы тоже будем меняться. Вот так вот. Плюс я еще возьму, наверное, бонусы. Да ладно, он же сейчас поменяется, ребят, на шунозавра. Вот это уже плохо. А, он ничего не стал делать. Тогда будет плохо ему. Раз, два, три. Зачем я сделал три? Твои налево хотел взять два и... Ладно, что сделано, то сделано. Ну тут, наверное, нас закопают сейчас. А, нет, не закопают. Блин, закопали. Упс. Раз-два, раз-два. Иди отсюда. Ну что, микропозавр, вот мы и встретились. Ты думаешь, тебе это поможет? Я в этом очень сильно сомневаюсь. Пока. Вот так, ребята, мы с вами проходим эти события. 3300 ДНК мы сейчас заберем, да? Замечательно. Ну что у нас тут еще? Схватка редких, визит важной персоны. Погнали. Дейнених, велоцираптор. Как тут сделать-то лучше? Наверное, так. Вот.
Эдюморфодона возьмем. Тут, наверное, не этого возьмем, а вот этого. Блин, нужен еще кто-то. Их тестега маленькая, 21 уровень. Кстати, 21 уровень, надо ее прокачать будет до 30-го-то. Блин, 28-й, 37-й, 40-й уровень. Уж больно как-то жестко. Че, Раджу, что ли, брать? Ну, давай тогда уже возьмем нет, Таникалагруса не стоит. Короче, птеродактиля я возьму еще одного. Возьмем еще одного птеродактиля. Ну что, для начала бомбану. Конечно, если он сейчас возьмет нудогозавра, будет очень плохо. Но как же он не возьмет? Возьмет, конечно же. А мы возьмем вот так сделаем. Так, ребят, опять вылетела игра. Так, продолжаем бой. Что я хотел? Я хотел поменять. Я хотел поменять и взять вот так вот бонус. Вырубает. А нет, 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 вру. Все, ребят, полностью сливаю все. Готов, хлопчик. Ну что, велоцираптор, давай потанцуем теперь. Ну тут понятно, понятно, ты меня вырубил. А вот что ты будешь делать с этим? Проверим. Не-не, это тебе не поможет. Твое укрывательство это. Так, дай на них. Ну, ему тоже, в принципе, крышка. Да-да-да-да-да. А теперь получай в ответочку от моего диплотатора. Вот и все. Что и требовалось доказать. Но это был первый поединок. Это был первый поединок, там еще нужно два сделать. Поехали. Тираннозавр, тираннозавр и птеранодон. Хорошо. Против птеранодона я возьму анкилодока. Подожди, вначале же тираннозавры идут. Так, здесь возьму нудогозавра против этих двух. Также, блин. Что же сделать-то? Как лучше? Анкилодока, наверное, и Раджастегу. Или Эдиморфодон взять. Давай Эдиморфодона я возьму. Так, ну что, здесь, естественно, сразу же с атаки начну. Что он сейчас делает? Ну, он будет меняться, мне кажется. Понятное дело, ребят. Ударять будет? Ударять не стал. Тогда мы здесь меняемся и берем защиту. Естественно, будет меняться обратно на... Да, на тираннозавра. Пора, наверное, мне выводить вот эту птичку. Эту птичку и делать следующее. Но все слил, да? Он все, ребята, слил, поэтому давайте, поехали. Раз, два. Блин, этот вылетит. Раз, два. Раз, два, вот так вот. Иди отсюда. Этого тоже нужно будет сейчас забомбить. В обязательном порядке. Так, анкилодок, выходи. Просто сливаем тупо все. Да, ему крышка. И остается тираннозавр. Ему придется, ребята,
Ой-ой-ой-ой-ой. Ну сколько ему тут? Две надо слить. Я попробую, конечно. Ты смотри-ка, а. Ну давай посмотрим, как ты будешь меня пробивать. А никак. Тогда до свидания. Хе-хе. Простычка нашел тоже мне. Ну что, последний поединочек. Опять тираннозавры, блин. А мне никак не сделать, друзья. Да что ж такое-то? Что это за звуки такие были сейчас? Ну что, мне придется делать следующим образом. Брать птерозавр, ой, птеродактили, Раджастегу и... У него аптозавр 13 уровня, да, а у нас 10-го. Как же сделать-то тут лучше? Ну, наверное, придется сделать следующим образом. Сделай вот так. Куда ты мне перелистываешь-то? И вот так. Ну что, давай попробуем. Думаю, это, наверное, оптимальный самый вариант. Пока. Берем бонус. Блин, он может сейчас меня просто завалить. Он так и делает. Твою налево, вот это я лопухнулся. Ну я, конечно, этого завалю. На тебе, доорался. Неужели сейчас и Раджастегу точно? Твою дивизию, а? Жесть какая-то, а? Неужели сейчас апатозавр нас просто бомбанет и все, ребята? Да, сейчас потратит 3. Вот это я лопухнулся. Вот здесь лопухнулся я, ребята. Если бы я хотя бы одну защиту взял, он бы нас не пробил бы. Че я пожадничал? Да эти тираннозавры бесявые, блин. Просто бесявые, ребят. И мне неким больше драться, понимаешь? Че, брать вот этих вот? Да не Калагриусов. Так они слабее в разы, ребят, по атаке. Посмотри сам. Рискну я все-таки. Конечно, это жестко. Это очень жестко, ребят. Это все время стоять в защите. Ну и что, вот он сейчас будет пробивать меня постоянно. Тей. Да, ну тут, я не знаю, ребята. Несерьезно. 300, 300, 300. Это 900. Угу. Поехали. Да ё-моё, ну... Кто же знал, что он все вот это перекинет сюда? Ёк-макарёк, это сейчас будет жесть, ребят. 5. Ну тут понятно, ему нужно будет потратить 2. А, 3 он тратит. 3 он тратит, 2 у него остаются, да, получается? 2 очка действия у него остаются. 2 очка действия у него остаются. Два очка действия плюс 4, 6. Давай так проверим. 5. Ну потрать ты все, а. Yeah.
Выжили, ребята. На соплях. Раз, два, три, четыре. И передадим апатозавру все остальные. А, 2700, ребят, 2700 у этого апатозавра. Ну что, по-моему, мы здесь выиграли. Давай проверим. Да. Ой, нет. Не выиграли пока. Слушай, а вот он сейчас нас, по-моему, бомбанет, ребята, и нам крышка будет. Трындец. Всего лишь на 3 уровня. На 3 уровня и все. И вот тебе результат, ребята. Результат то, что я не смог победить здесь в визите важной персоны. Вот, вот тебе весь расклад. Прикинь? Вот не смог и все, ребят. Так, ладно, давай что-нибудь тогда закончим. Еду потратить, собрать 3 мода. В последнее время я заметил, что-то тут, ребят, как-то уж больно. Так, не за харчик тогда будем, наверное, за ДНК. Слишком жесткие тут пошли поединки. И динозавры, ну как тебе объяснить, попроще. Намного круче, чем мои. Намного круче, чем мои. Я даже не знаю, что здесь делать. В прошлой серии меня отметелили. И в этой серии меня отметелили. И причем даже нет шанса отыграться. Вот что самое-то обидное. Так, ладно, мы это забираем. Так, нам нужно будет еще в канализацию эру сыграть. И потратить еду. Ну, еду тут потратить вообще проще простого. Это заходишь на их теостегу, которая там у нас не прокачанная. Где она? Сейчас я ее найду. Вот она. Перейти. Оп. Все, да? 25 уровень. Беда, с едой просто, ребят, беда. Смотри, у нас уже почти половина 54 уровня. Так, принять участие в ПВП 3 раза. Ну что, пойдем в канализойку тогда играть. Давай, 3 разных. Раз, два, три. Блин, визит важной персоны не одолел. Я офигею. Апатозавр какой-то там несчастный на 3 уровня выше меня. И все. И мы сдулись. То есть нам не хватило 6 атак ему прописать, а ему хватило 5. Вот и все. Вот тебе, ребята, весь расклад. Ну что ты там дергаешься? Давай уже ходи. Дергается он мне. Все, теперь моя очередь. Отлично. Но у него по атаке-то будет побольше, чем у меня. Смысла не вижу, ребят, менять. Ну, что ты там сделал? Ага. Готов. Так, Элос Матери вышел. У него по атаке намного меньше, слабже, но... Сам видишь, да? Ну, шалопай, а. Да... Паноктус. Нам тут не одолеть его. Да, друзья, еще и из поединка вылетело. Зашибись. То есть канализойку я... Да. Мне не засчитали ее. Что с игрой происходит, а? Буквально вот месяц, наверное, не было таких вот прям частых вылетов, как сейчас. Трындец. Ну что, придется вот играть теперь, блин, вообще...
не тем, чем я хотел. Зашибись, да? Что-то с игрой, друзья, происходит. Я не знаю, как это объяснить, но чувствую, что что-то не то с ней. Ну что ты там, блин, давай, пропускай свой ход. Применяйся. Так, все-таки лупануть решил, да? Ну и мы тогда лупанем. Хорошо, лупанули. Так, шерстистый носорог. Да, конечно. Я, наверное, встану в защиту. Должна помочь, по идее. Меняется, прикинь, меняется. Вот, ребята, смотрите, какая офигенная разница между 20 и 21 уровнем. У меня атака 169, у него 209. Вот как ты это объяснишь? Трындец просто какой-то. Я не знаю, что с ним делать. Я его не осилю. Осилил? Это что-то с чем-то. Ну что, ему тут опять одну атаку надо все потратить. Гигантский олень, а? Достал, запарил. И у него еще три в запасе, получается, да? Раз-два, раз-два. Я сделаю вот так вот. Но... Давай сливай сколько-нибудь. Он сливает абсолютно все, ребят. Уёк-мо... Он сливает 5 по 200 тысяч, у меня 2 защиты. Я не знаю, как это, ребят, работает. Раньше он не пробил бы, сейчас пробивает это все. Блин, ну мне нужно еще ПВП драться. Блин, ну как же, блин, если бы у меня был бы нормальный режим, мы бы обычно с тобой днем бы поиграли, вечером могли бы переиграть. А сейчас у меня в 4 часа ночи, как обычно, до 10 дня вечера просижу, а потом упаду спать. Естественно, это все пропущу. Ладно, давай тогда водную же... Блин, мы и водную играли уже. Давай тут, что осталось, как говорится, отыграем. Раз... Два, три. Поехали. Сейчас достаточно ему хищником взять, и все, и мне тут кранты. Да. Накаркал, блин, а. Просто, ребят, накаркал. Сделаем так. Как мы будем супрано титана валить, я ума не приложу. Хорошо бомбанул. Так, астапозавр. Ушатает сейчас нас только за милую душу. Я в шоке. Ребят, я в шоке, что происходит. А-а-а.
Ну, Супрано Титан, ну... Нет. Никто у нас не справится с ним. Пойми, никто. Вот эти вот травоядники, они здесь не справятся. К сожалению. Хотел бы, чтобы они справились, но это исключено. 1500 мы с тобой, ну, просто никак не осилим. Да. Нет, ребят. Фейлимся, фейлимся. Блин, какие у него ноги, ты посмотри. Пуши. Супрано Титан. Я просто как этот, как маленькая игрушка. Мои динозаврики здесь просто получают звездюлей. Так, нам нужно еще один поединок. Я уже даже не знаю, с кем тут можно поиграть. Ну, уже выбрал, кого выбрал, друзья, а что делать? Видишь, у меня нету Раджастеги прокачанного, нету, блин. Этих нету, вот, и получаем потихонечку люлей, вот и все. Ну, что ты будешь делать? Так, у него, кстати, тоже 40 уровня, я смотрю, там партизанчик затесался. Возьмем так вот, сделаем. Ну чё, шунозавр, давай чем делай. Поменялся, да? И ты думаешь... Ты думаешь, это тебя спасет, что ли? Не пойму. Так, сейчас у него тут сколько? 4 очка действия. Ну, часто, конечно, он забомбит. Сейчас он забомбит меня лангозавром его. Это что такое? Так, ну что, валим тогда. Ай-яй-яй, валим. Какой валим, блин, не хватит нам. Твою налево. Ой, тупизм первой категории, друзья. Все. Два травоядника остались. Короче, жесть. Да ну о чем тут можно говорить? Конечно, Рейн, какая победа, ребят? Вот этот должен был завалить травоядников, а он все, он отдыхает, он в топке. В общем, складывается такое впечатление, что компьютер начинает уже подбирать под тебя тех противников, которых ты уже заранее не сможешь пробить. Других просто у меня нету, ребят, выводов. Или я потерял скилл, фиг знает. На что тут еще грешить? Ладно, будем ждать, когда на нашей улице перевернется этот грузовик с пряничками, да? Ну а пока все, друзья, будем закругляться. Увидимся в следующей серии и продолжим играть. Удачи вам!